Белгород-Днестровский – это Тира, 6 века до нашей эры, или Акерман с 1484 года, расположен на берегу Днестровского лимана. Город очень древний, у него богатая история, и он входит в десятку самых древних городов мира, наряду с Ереваном, Римом, Иерусалимом, Афинами и другими городами. Через город проходили важные морские сухопутные торговые пути, которые соединяли Западную и Восточную Европу, восточные страны с северными землями.